Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что, я зайду на тренировочку и заберу нашу команду. Так, получено. И сразу, наверное, мы ее отправляем дальше тренироваться. Окей. Так, в магазине, что у нас тут бесплатно есть? Есть ли вообще что-нибудь? Есть тигр, но тигр у меня прокачан по фулке. На арене запрос: 21 карточка на Санта-Клауса. И еще 28 карточек, прикинь, на Санту. Остальное, в принципе, у нас все прокачано. Так, в бой. В бой идут одни старики. Или в бой идет один Рэй. Называй как хочешь. Так, и выберу, пожалуй, я, наверное, команду. А какую команду выбрать? Ну, давай, наверное, эту возьмем. Как обычно. Ну, и здесь достаточно будет одного фехтовальщика. Сейчас мы его просто отправим, пускай он идет разбирается уже тут со всеми. Ему это без проблем. Блин, щитобот еще такой наивный. У него даже не щит, больше похоже на какую-то дверь. Дверь стырил и пошел с ней. Все. Здесь разрулили ситуацию. Теперь переходим с тобой на события и смотрим, что у нас вообще здесь разыгрывается. Хищнец. Так, секунду, друзья, хищнец. Это меня интересует. Это у нас захватчики, да? Да. Хищница у нас... он есть, но он у нас не полностью прокачанный. Поэтому я пошел на эти испытания ежедневные. Так, что у нас тут? Ёк-макарёк, соберите свою команду. Сферу мне не дали, к сожалению. Ладно, возьму ниндзю. Возьму фехтовальщика. Возьму, наверное, Ронина. Фаербол, что ли, брать? Ладно, я возьму... Нет, не фаербол. Возьмем Сакуру. Да, так будет лучше. И... самурай, что ли, брать? Да, наверное, придется взять самурая. Че, попробуем, друзья? Ух, не знаю, что из этого получится. Что-нибудь да получится, если долго мучиться. Согласись. Первый поединок сейчас все покажет. А я что, одного не добрал? А, нет, здесь должен быть босс, но боссов нам нельзя было брать. Ну, я бы сейчас просто хищница вызвал. Нет, блин. Опс. Опа-па-па-па-пам-пам-пам, ребята. Ронин. Ронин по красоте. А, ниндзя, ниндзя нам нужен. Да-да-да-да-да, я это помню, прикол. Давай, родной мой, жарь. Бомбите ему замок. Изи. Изи-пизи. Нормально получилось. Ну что, первый поединок мы с тобой отбили. Причем довольно неплохо. Как по мне, долго, конечно, я думал сейчас, дай боже, еще там начнутся фейлы. Но, как видишь, все обошлось. Я думаю, наверное, мы не будем с тобой менять состав. В принципе, он даже очень хороший. Хороший это состав. Мне лучшего просто даже и не найти. Единственное, что, конечно, можно было бы взять мечника. А, ну тут все, ребят, тут тупик. Ну, вместо мечника будет самурай. Как, в принципе, он и был. А состав команды по выходу можно запомнить. Сейчас выйдет в первом жаба с молотом, насколько я понимаю. Угу. После него выходит, по-моему, хищнец. Естественно, хищнец намного сильнее. Ой, и Ронин намного сильнее, чем хищнец. Как бы он его и вырубает довольно быстро. А вот стража тут вот, ребят, только нам не хватало. А-а-а, еще и эта фигня.
Ё-моё. Успела. Давай, ребята, бомбим. Ну вот и все. Вот и вторая наша победа. Ну что, дело за малым. Последнюю победку держать и все. 23 карточки получили, теперь 13. И пойдем за 8, по-моему, или 9 карточек. То же самое, все абсолютно то же самое. Ничего здесь менять не буду. Изобретать велосипед нам ни к чему. Эта команда, если проявляет себя очень хорошо. Поэтому зачем изобретать велосипед, если есть старая натоптанная дорожка, по которой можно идти спокойно, не упасть лицом в грязь. Но, ну, понятно. Дальше что? Дальше Ронин? Ой, ну ладно, в принципе, нормально. Тут, ребят, ничего страшного, если мы получим повреждение по замку. Особо здесь роли это не сыграет. Ну, Так, я удивлен, что он здесь не вызвал стражника. По идее, стражник должен был выйти. Но он почему-то поменял тактику. Это дело его. Все. Мои мечники тут бодренько так расшатали этот замок. Это даже не замок, это я бы назвал бы сфера. Сфера из Звездных войн. Ну что, ё-моё, ребят, вот такое бывает вот. Зависание на... Ага. Долго идет и иногда может вообще зависнуть именно на этом. Так, 8 карточек на хищнице. Ну, неплохо. Это лучше, чем ничего. Ну, а мы идем с тобой на события. Мы остановились на территории роботов. Хилбот, все дела. Тени толкай тут. А, наверное, вот это я возьму отряд. А за счет всадника на журавле и нашего паладина мы должны здесь отстоять. Честь и достоинство. Мы тоже вызовем с тобой. Ага, ага, вот что он делает. Ну, тогда вызываем молотильщика сюда. Он не успел. Жить. Давай-ка я вас притяну сюда. Ханыги несчастные. Ай, красота. Ты посмотри, посмотри, что творится. Просто молотильщики начинают там бомбашить. У врага даже шанса не было тут как-то прорваться или что-то сделать. Ни малейшего шанса мы не дали. Ну что, ой-ой-ой-ой-ой. Термин 9000. 98 уровня. С этим парнем шутить не будем. Ну что, начнем, наверное, по старой традиции. Маг-рыцарь пойдет первым. Дальше уже под прикрытие пойдет Ронин. Эх, Ронин мог бы, конечно, и выбежать. Так, Джиггернаут. Вот Джиггернаута, конечно, тут припаришься, если честно, бомбашить. Поэтому сделаем вот так вот. И понеслась. Что-то мне подсказывает, он, наверное, успеет вызвать. Нет. Не успел. Термин не решил высунуться с своего замка. Значит, халявная победа. Сундук робота радует нас чем? Ну, хотя бы репульсор, которого у нас нету. Ух, ё-моё, тут еще три. Раз, два, да, три. Три локации нам нужно пройти. Ну что? И-хи-хи-хи-хи, вот это да. А где у меня мой маленький друг? Вот он. Берем эту команду. Да-да-да, против Ронина, ребята, берем именно эту команду. Иди ты. Ой. А чего это?
На самом деле я думал, что все будет намного... А вот сейчас было прикольно. А вот это уже далеко не прикольно. Отлично. Давай, 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 ниндзя. Шикарненько. Ну, как ты понимаешь, шансов у врагов просто нету. Хотя тебе скажу, что Ронин очень опасный чувачок. Я удивлен, что, в общем, это мой мелкий вот этот вот ползун не подбил. Ну что, что, ураганчик, успокойся, уже все давно прошло, он там все шуршит. Та же самая система, плюс тут еще терракотовый появляется, ребят. Ну? Ой. Так, ниндзя, давай. Блин, идет. Ниндзя, да ты бомби не его, блин. Ты бомби этого всадничка. Ух. Давай, родные, пошли. Так, ниндзю. Заморозка, ускоряшка. Чуть было это все не пропустил. Ну что, второй этап здесь пройден. Двигаемся на третий. Твою налево, тут тигр. Блин, тут, ребята, тигр уже появляется. Что-то совсем как-то не весело. Я ведь знаю, что он сейчас начнет вот эту вот армию свою призывать. Всадника на журавле, тигра. Вовремя. Просто вовремя, ребята, у нас. Вообще найс. Фига нам тут везет. Ой. Да. Не ожидал сам от себя, что так быстро у нас получится разобрать. Причем с тигром. С тигром это всегда проблема. А вот тут вот Вуджен, вот это вот действительно проблема. Грифон, баллиста. Даже не знаю. Даже не знаю, как тут. Надо вот этого контрить, Вуджена. Здесь только притягиванием. Давай попробуем притягиванием. То есть он там будет вдалеке пыхтеть. Мы его просто будем притягивать к себе. Ага. Я вообще-то думал, что Ронин побежит. Как-то к нему подготавливался, если честно. Но нет, тут Вуджен. Вуджен упал там, я не вижу. Вот это я обожаю. Это вообще круто. Когда всадники на журавле просто контролируют этого Вуджена. И что, на изи. И ничего здесь уже сделать они не могут. Вот так вот. Это потому что хорошо, что у него нету этих противовоздушки, да, скажем так.
Ну, а здесь уже, извините, придется брать топ. Здесь придется брать топ. Опять же, не забывай, что он будет здесь выпускать Ронина. Поэтому я попробую первым выпустить. А мой Ронин, как всегда... Да-да-да-да-да-да. Я не успею. Успел. Я успел. Он не нанес, ребята, мне повреждения. Окей. Хоть-хоть. И не успел. Гибель империи. Квест завершен. Запинали, просто запинали. Уничтожить бойцов нефритовой империи 35 штук. Ну что, забираем награду тогда, получается. Что нам здесь выпадет? Это все у нас и есть. Долина подданных. Начинается... Блин, этот бродячий пес. Мне он как-то не особо нравится. Он дешевый, но... Слушай, давай, наверное, мы возьмем вот этот отряд. Ну, тут щитобот, сам знаешь, да? Щитобот плюс молотильщик — это непобедимая команда, когда они именно вдвоем. Пускай этот идет сюда. Давай сделаем вот так вот. Вот и все. Сразу наказали двоих, и того, и того. Но расслабляться-то не стоит. Паладин их встретит там. Паладинчик их там встретит. Давай, пробиваем. Все. Легче парень на репы. Просто на изи. Второй этап. На втором этапе прибавляется крестьянин. Но пускай прибавляется крестьянин, мы его также нахлобучим здесь, как всех остальных. Да? Причем на изи. Единственное, что нам нужно с собой накопить на паладина как можно быстрее. Вот. Идет ханыга. Он-то не пройдет. Дальше, чем нужно, он не пройдет. Мы ему просто не дадим. Слушай, а этот крестьянин-то довольно быстро бьет. Ты посмотри, как он быстро бьет своим мечиком мелким. Достал уже, если честно. Мой щитобот просто не поспевает за ним. Ой. Хорошо, что там. Давай ускоряшку. Да, на ускорение, конечно, моментальный урон. Особенно от малого тильчика. Он свои пилой там пропиливает. Будь здоров. Итак, у нас с тобой третий этап. А здесь у нас последняя энергия. Ничего, прорвемся. Еще не таких давили, верно? Идет супостат. Сейчас мы для него что-нибудь приготовим. А что мы для него тут приготовим? Тут только вот так вот приготавливают, ребят. Больше никаких вариантов других нету. Ой, иди сюда. Магистр кислых щей. На! Да, получил по шеям. Можно было бы, в принципе, друидку не вызывать. Но я ее призвал, мало ли думал, что пойдет не по плану. А все пошло очень даже как надо. Поехали. Ну, этого, мне кажется, здесь можно уже, ребята, убирать. В принципе, да, он нам нужен только лишь для команд, где Ронин.
Все, в остальных же случаях он просто нам не понадобился. Ого. Ого. Бодро. Мелкий шурует. Сейчас, естественно, будет хилять здесь по полной программе. Я сейчас попробую вызвать нашу богиню. Нет, с богиней, наверное, придется подождать. Ты посмотри. Ты видал? Он справился с жабой. Делай вывод. Давай, 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 родные. Армия к бою, плюс ураганчик. Ага. Блин, он такой быстрый этот чувак. Бродяга-то этот. Своими ножичками там. Шук-шук-шук-шук. Ну что, у нас последний этап. Здесь король. А король-то голый. Ну что? У ведьмы такая бородавка на носу офигенная. Офигенно здоровая. Так, ну что? Ну куда? Ну зачем ты вот вышел? Мечнику не повезло. Так же, как в принципе и бродяги. На. Вообще на изи. Неожиданно для меня, если честно. Такое ощущение, что это даже не последний уровень, а один из первых был. Так быстро мы его прошли. И легко, самое главное, что. О, эльфы. Эльфы мне нужны, эльфов у нас нету. Они не прокачанные. Так, это что у нас, территория роботов? Сейчас, подождите, ребята, я кое-что хочу глянуть. У меня, по-моему, тут прокачка. Эльф. Слушай, а эльфы-то у нас, ё-моё, они, кажется, по максималке эльфы. Давай прокачаем эльфов. Ну так, для красоты. Чтоб было. Да, ребята, фулка. А что такое? А что он делает, интересно, эльф? Смотри, тут еще нам качать. О, сколько. Король, кстати, король-то у нас не по максимуму прокачанный. Не по максимуму. Блин, друидку хочу, ребят, чтобы прокачалась. Но так много еще нужно, на нее. Так много чего нужно для нее. Так, ладно, не будем отвлекаться. У нас с тобой территория роботов. И для этой территории я возьму, наверное... А я возьму тоже... да, роботов. Ну, как роботов? Из этих роботов у нас только один робот. Джаггернаут, и все. Ну, поверь мне, этого хватит. Надеюсь, пока. Пока хватит. Ну что, берем Джаггернаута и следом, наверное, выпускаем... фехтовальщика. Хотя нет, друзья, не фехтовальщика, нифига. Баллисту. Так, клетка. Ну, вот и все. Надеюсь, мой фехтовальщик подлечится и встанет на ноги. Они не дадут. Они клетку ломают, что ли? Да, они клетку сломали. Ну, как ты видишь, у нас тут все очень даже неплохо получается. Две баллисты, это вообще будет сила, мощь. Будут вякать, клетку в них кидану. Мне кажется, уже тут никто вякать не будет. Потому что замку крышка. Прикольно.
Ну что, мы продолжаем наш путь. Фиг, этот, толкатель. Толкатель собственной персоны здесь прибыл. Ладушки. Ну, будем защищаться. Что нам еще тут остается делать? Ну, понятное дело, Джиггернаут первым выходит. Блин, сейчас толкатель он призовет еще. Начнется тут. Вот он. Ёпарасоты, ребята. Да что так долго-то? Молнии срочно. Нам повезло. Толкатель даже ни разу нас не оттолкнул, как ты видел. Хотя мог бы. Ну, все, в принципе, наверное, все. Мы промяли, ребят, я ускоряюсь. Карточку на толкателя обязательно нужно забирать. Нормально. Двигаемся дальше. Так, третий этап. У нас энергии здесь не осталось. У нас вот тут. Но я, наверное, буду вот здесь все-таки тратить энергию отсюда. Так, тут опять, по-моему, толкатель, да, был? Ладно, сейчас попробуем по-бринкому накопить на жнеце. Я не знаю, получится или нет. Было бы прикольно, если бы жнец пошел... не дадут. А так было бы прикольно, если бы жнец пошел бы первым. Так, опять они в парочке, да, вышли. О, ребята! Срочно! Кому? Нам повезло, что повреждения не получили. Именно замок не получил повреждения. Так бы он мог бы бомбануть, поверь мне. И мне вот это нервирует, а? Сейчас мы тут будем веселиться. Шух. Ну-ка. Армия зомби пошла. Грифоны там и уже бомбят это. И роботы сейчас только что уничтожили, да? Ну давай, 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 давай. Можно ускоряться, ребят. Так, подожди, мы что, по времени не уложились? Я не понял. Секунду. Как? А кто нанес пов... А кто нам нанес повреждение? Неужели этот чувак с пушкой, с ракетой успел выкинуть в нас? А когда? Чё-то, ребята, я не понял. Я думаю, что вы тоже, наверное, не успели увидеть, но это что-то не то. По приори такого просто не могло быть. Как у нас все было идеально, и на тебе тут. Непонятно. Он бей все, он правильно делаешь. Блин, жалко, он не успел выпустить ракету. Странно. Так, ну тут, наверное, можно ускориться уже, я так понимаю. Сейчас все нормально. Странно, что-то, что там произошло тогда, я не пойму. Так, ребята, здесь тени толкай появляется.
робот-физкультурник. Бот-паук его еще называют. Ну, не называют, это так его на самом деле и звать. Бот-паук. Че, попробуем тогда вызвать жнеца. Твою налево. Поздно, блин, думать. Надо уже действовать. Ну где моя там это? Полетела. Все. Карточка. Он сейчас будет, наверное, моего молотильщика. Ой. Он еще такой гаденыш крепкий, ты посмотри, его так просто не пробить. Давай, 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 заливаем, заливаем их стрелами. У меня такое ощущение, что сделали какой-то ребаланс, потому что, друзья, раньше, насколько я помню, молотильщик... Ой, фу ты, молотильщик. Моя баллиста просто ушатывала врагов на изи. Сейчас я не вижу такого офигенного преимущества, если честно. Просто не вижу. И, кстати, очень мало и редко появляется БФГшек у нас. Смотри, смотри, что делает. Видел, откуда он вытягивает? Блин, надо ускоряться. Уничтожили. Ну что у нас там получается? Последний этап сейчас будет. И на последний этап у нас пойдет наш супер-пупер зондер-отряд. Я раньше думал, почему мы дальше проходили портал и еще немножко там 2 или 3 локации. У нас же все раньше отряды были. Сейчас мы с тобой один отряд просто на хиле держим. Ой, на хиле, на тренировке. Он у нас тренируется. Постоянно практически. Поэтому у нас вот так вот и получается. Такс. А раньше у нас серия длилась 40 где-то минут. Сейчас она длится где-то 30-35. Воу-воу-воу. Все, молодец, красавчик. Просто раскочепарил замок. Ну что, забираем награды здесь. Окей. И здесь. С храма и тритон. Слушайте, ребята, а вам не кажется, что... Ты заметил, что у нас 185-й портал? По-моему, уже хрен знает, сколько он длится. Не, подожди, какой поиск противника? Тебе так не показалось? 39-й уровень. А вот мне показалось, что 185-й портал уже был. Слушай, а мы же можем с тобой, знаешь, что сделать? Ну-ка, дай-ка еще разок. А пойдем? Попробуем. А что? Что мы теряем? Мы все равно этот отряд с тобой в обычном отыграть не можем. Так хотя бы здесь отыграем его, да? На арене. А ну-ка, Суни-кунь. Да. Я все понял. Куя, куя, а не куя. Все, ребят. Нормально. Так, ну да ладно. У нас это будет территория нежити. Значит, здесь у нас зомби. И некро. Давай, 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 есть, успел. А вот и некро. Ну, с некро, естественно, лучше всего брать баллисту. Она довольно топово уничтожает. Бомбит по трем целям сразу же. Колобков этих вообще на вынос выносит. Так что отлично все будет. Мы захватили замок в клетку.
Колобки тут вообще, ребята, просто на раз и два мы их уничтожаем. Да, в плане прикрытия баллиста, конечно, хороша. Тут не поспоришь. Все. Да, удвоил награды. Сам того не знаю, нечаянно нажал. Рекламный мега-сундук. Я и про него и забыл, ребята, что такое есть. Так, ну что, у нас последняя энергия вот здесь, на этом отряде. Как ты можешь понимать, мы с тобой быстренько сейчас квест еще завершили. Тактик, отлично. А я уже думал, что мега-сундуков нету этих. А они, оказывается, есть. Разыгрываются. За 10 реклам, ребята, вы можете открыть мега-сундук. В принципе, для новичков, как по мне, это вообще топ. Да иди ты отсюда, зомби, достал уже. Тоже вызову чемнуху. На! На! Готово. А я же говорил, будет изи. Ну, как-то так. Ну что, друзья, на этом сегодня завершаю эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.